Привет, друзья! Нина Игоревна Дворжецкая, театральный педагог, российская и советская актриса театра и кино. В 2002 году ей присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации. Ее любят заядлые театралы столицы. Нина Игоревна до сих пор блистает на сцене «Рамта». Биография этой актрисы насыщена событиями. Ей пришлось пережить и горечь потерь, и познать истинные чувства любви и материнства. Ее обожает зритель за ее интересные роли, чувственную игру на сцене и реалистичность ее персонажей. При поступлении в Щукинское училище Нина знакомится со студентом Евгением Дворжецким, который впоследствии сыграет свои знаменитые роли в фильмах «Узник замка» и «Фанежный возраст». Целый год они не встречались. Но позднее, после поступления в Щуку, они стали добрыми друзьями, а немного позднее между молодыми людьми возникло нежное чувство влюбленности. Весной 1981 года пара официально оформила свои отношения. Творческие люди решили на свадьбе вместо колец надеть друг на друга наручники, которые были взяты из реквизита спектакля «Сенсация». У молодых супругов в браке родилось двое детей. Дочь Анна Дворжецкая, которая с 13 лет примеряла на себя роль актрисы, она снимается в кино, сын Миша также мечтает стать знаменитым артистом. Беда, как говорится, не приходит одна. В 1999 году трагически погибает муж в автокатастрофе. Тяжелая утрата близкого любимого человека усугубляется сложным финансовым положением. Непростая обстановка в стране напрямую отражается на работе театров. Нина Игоревна одна подымает детей, берется за любую работу. Но очень кстати в ее жизнь возвращается ее мать и берет на себя часть заботы о своих внуках. Жизнь постепенно стала налаживаться. А через 4 года судьба посылает ей знакомство с замечательным человеком Алексеем Колганом, с которым она познакомилась в Доме актеров. Алексей младше Нины на 10 лет, может, поэтому она долгие 3 года принимала от него только помощь и заботу, которыми он окружил женщину. Но все же она решается на отношения, и скоро пара заключает брак. Разница в возрасте никак не сказывается на отношении супругов, в их семье царит любовь и взаимопонимание. Мама Нины Игоревны изначально не принимала зятя, говоря дочери, что Алексей преследует корыстные цели, но Нина не захотела отказываться от своего счастья и поступила своему желанию. Совместных детей у пары нет, но Анну и Михаила он любит как своих собственных. Маленький Миша первый стал называть Алексея папой. Уже долгие годы семья живет дружно. Совместные походы по различным мероприятиям можно увидеть на многочисленных фотографиях, которые встречаются в интернете. Нина Игоревна не сбавляет темпа жизни и продолжает активно сниматься в кино и играть в театре. Ее творчество востребовано, и она любима своими поклонниками. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.